МДжей, церемония уже началась? Нет, все еще готовится. А ты где? Застрял на работе. Скоро буду. Ага, отлично. Ну что ж, здравствуйте, друзья, товарищи. Вы на канале Hedge Playground. Меня зовут Иван, собственно, АК Hedge, АК Hedge Playground и бла-бла-бла. Короче. Всем постам, гражданским лицам нужна класс. Помощь на месте прошлой аварии. Серии. Прошлой серии не было, вокзалу. Не было вебки, потому что почему-то у меня программа не работала, а сегодня я ее запустил, и все работает. Еще сообщение от Дока. Питер, боюсь сглазить, но направление, в котором я работаю, может не только вернуть наш проект на рельсы, но и расширить его до степени, о которой мы не мечтали. Не все так плохо, как кажется, даже когда Норман лишает нас денег. Надеюсь, все получится. Долго вы работа меня принимали, Дока, слишком важна. А, я понял. Короче, смотри, к чему я веду? К тому, что я не знаю, что произошло. Просто мой комп решил такой, да ну нахер, не хочу записывать сегодня этой программой, давай записывать другой. Конечно, мне той программой записывать понравилось тоже, я и раньше тоже записывал. Но почему я от нее отказался, я не помню, почему я от нее отказался, потому что, по-моему, я нашел вот этот вот экшен, и он был на скидке, и он, короче, был такой классный, он мне так понравился, что я решил, блин, камон, буду записывать экшеном. Так, стоп, где рюкзак? Вот, вижу. И как бы он программу меньше нагружал, чем ОБС, потому что я пытался записывать ОБСом. Диапазон работы паучьего датчика слишком мал, чтобы его применять. Зато я смог применить ту же технологию для моих паутинных ловушек. Да, классно, классно, классно. Так, у нас есть два очка. Два очка. Так, большие серии атак существенно ускоряют накопление концентрации. Во, вот это нам подходит. Это мне нужно. Это хочу. При запасе здоровья не половина атаки быстрее приносит концентрацию. Вот это тоже надо. Это очень полезная хрень. По-любому. По-любому очень полезная, поэтому давай ее обязательно возьмем. Так, сейчас у меня также идет эксперимент с записью. В чем суть эксперимента? Я записываю вебку в отдельный файл. Кстати, вебка сегодня даже не тормозит. Я заметил, что она последние две там, или три серии, которые у меня вышли по другим играм и по паучку, то же самое. Вебка лагала, то есть я как бы зависал и такой, это, как будто там FPS не хватало, было FPS как будто мало. Внимание. Ну и короче. Да, внимание, здорово. Здорово, не будет подкрепления от паучка. Давайте сами разбирайтесь сегодня. Ой, тихо. Вот это хорошо было сейчас. Вот это было сейчас красиво. Прям как по паучьи, знаешь, так. Хопа! Вот так, раз и полетели. Раз и полетели. Раз и полетели. Раз и полетели. Раз и... Тут сигнал не ловится. Ага. Надо поискать другие вышки. Ага, я понял. Значит, еще и вышку сейчас откроем. Ну, давай вышку откроем. Вышка так вышка. Это вообще не проблема. Вышка это все... О, полная концентрация. Серьезно. Прикольно. А кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать, что будет полная концентрация, да? Смотри. Я уже подбираюсь к вышке. И, кстати, тут и полицейский участок, и вышка сразу. Один из голубей Говарда. И задание сразу же он здесь убирает. Рядышком. Да, чё ты... Ладно тебе, я вообще-то я не за этим пришел. Замечательная так. Тренировка навыков. Так. Погоди, я же не за голубями пришел. Побеждаю суперзлодеев и не могу поймать голубя. Да, голубя я и не собирался ловить. Собственно. Собственно, то. Человечок-паучок. Так, чувачок-паучок, давай без этого всего. А чё, голубь улетел? Да и хер с ним. Вот серьезно, хер с ним, с этим голубем. Короче. Там просто надо было, наверное, вот в эту зону прийти. И активировался скрипт. И как бы все гуд, и вообще все хорошо. Всем постам. Так. Авария. Люди не могут выбраться. Все, мы на миссии. Какие люди, все. Вот выход на Майлз. Сцену. Мы будем напротив. Наверное, еще его жена. Похоже, там целая толпа народу. А у тебя ты что, боязнь? Ты справишься, милый. В последний раз я держал речь старшеклассникам. Мисс Стейнберг влепила мне тройку. Вот бы мисс Стейнберг была здесь сейчас. Пап, все получится.
Ты же спас Человека-паука, что автоматически делает тебя супергероем. Супергероем? Нет, просто я тот, кто не сдается. А интересно, Майлз из этой вселенной будет или из другой? Потому что в конце же года выходит Spider-Man Miles Morales. Так, хорошо. Что здесь будет? Добро тоже пожаловать. Интересно посмотреть. Прежде чем передать слово мэру Осборну, я бы хотел кое-что сказать. Нью-Йорку очень повезло, ну? Что здесь живут... Я думаю, война банд наконец закончилась. А вот и голубки. Что? Совсем-совсем? Конечно, еще осталось несколько вопросов, но... Вопросов? Каких вопросов? Ну, там был один грузовик, принадлежит компании Consolidated Shipping. Что-то тут не так, но не знаю что. Хм. Может, выберемся потом на кофе? Попробуем выяснить. Да? Что ж, спасибо, Джим. Я бы не смог сказать лучше, но рискну. Мы все знаем, что офицер Дэвис является героем. Но вместо кофе мы могли бы поужинать. Я могу прийти и приготовить. Или же, знаешь, мы могли бы встретиться на нейтральной территории и поесть нормальную еду, сваренную поварами. За его выдающуюся отвагу, за сохранение жизни граждан, я с радостью награждаю офицера Джефферсона Дэвиса медалью за мужество. Вам звонок, сэр. Я сейчас немного занят, Джим. Сэр, это срочно. Ладно. Мои поздравления. Спасибо, мистер мэр. Это честь для меня и моей семьи. Моей жены Рио и сына Майлза. Без их поддержки я бы ничего не достиг. Да? Я много лет работал ради этого. Кто это? В ближайшие дни твоя компания, твой город и все, что тебе дорого, будут уничтожены. Люди будут молить тебя о помощи, но ты не сможешь их спасти. Послушай, дебил, я получаю такие угрозы дважды на дню. Почему бы не стать смелее и не сказать, чего тебе? Чтобы ты страдал. Хм. Интересно. Хорошо. Опа. Что-то происходит. О, мать твою, это что? Это что за психопат? Твою мать. Да ладно. Они бомбы. Твою мать. Бедный капитан Джефферсон, или как его там? Твою мать. Ложись! Охренеть, прикинь? Прикинь, что произошло? Они повзрывались. Майлз! Майлз, ты живой? Майлз живой, он глаза открывает. Ну, смотри, норм. Питер! Давай. Питер? Питер тоже получил хорошенько. Майлз! Майлз! Держись. Да ладно. Слава богу. Охренеть. Слышишь меня, малыш? Ты меня слышишь? Питер! Если слышишь, сожми мою руку. Жди здесь, а я пойду искать папу. Питер, Питер, очнись. Давай, скажи что-нибудь. Подожди, нам сейчас дадут за Майлза поиграть? Да ладно. Серьезно? Воу, тихо. Мам! За Майлза. Погоди, а...
У Майлза нет способностей. Я знаю, что Майлз тоже паук. Здесь? Хоп. Да. Ё-моё, а чё, в смысле, почему все так сыпется? Ужас. Ужас, ужас, ужас. Блин, Майлз, ты бы, конечно, вот не лез под машину, потому что машина явно неустойчиво стоит. Я в шоке, что нам дали еще за Майлза поиграть. Охренеть. То есть нас уже подготавливают к тому, что будет мам? Игра про Майлза. Мам! Майлз! Твою мать. Нет, могу дышать. Так. Ну-ка. Давай теребонькой, теребонькой, теребонькой пальчик. Оторвал. Скорей! Думать. Скользит. Так. Правильно, правильно сделал. Рычаг нужно делать. Правильно, рычаг, рычаг. Все правильно. Вытаскивай ее, мужик. Вот и все. Фу. На самом деле, в адреналине можно это вообще руками поднять. Ты в порядке? Поднять. Ты молодец, парень. В порядке? Да, да, да. А ты, ты в порядке? Нормально, мам. Вау. Нормально. Точно все хорошо? Молодец. Да, я буду в порядке. Все будет в порядке, все будет хорошо. Ладно, слушай, мне надо найти папу. Нет. Папа. Папу найти? Майлз, нет! Ага. Я понял, папа я здесь. Понял, паркур. Я его найду. Да ладно. Слушай, а вообще это очень интересно, то, что нам дают еще за других персонажей поиграть как-то по-другому. Да ну, то есть, подожди, а и куда? Чё, как Человек-паук, что ли, сейчас прыгнет? Что за черт? Это? Твою мать! Это что? Обалдеть, они просто расстреливают людей, прикинь? Просто без причины. Просто приду. Да ладно. Да ладно. Сюда. Рано. Могу попробовать его заметить. По краю. Да ну. Так. Отвернись. Хоп. Проскочил. Молодец. Майлз, конечно, да. Зря ты туда ползешь. Зря ты туда ползешь. Но, скорее всего, твою мать. Охренеть, эти демоны просто беспощадные. Люди Фиска, мне кажется. Ёб твою мать. А, не такие ублюдки, как эти демоны. Они же еще хуже. Так, окей. Кака. Кака, он сказал кака. Окей. Хоп. Куда мне идти дальше? Мне, наверное, надо типа в сторону отца пройти. Надо как-то обойти этих парней. Пока как-то не могу. Как-то обойти. Ага. Как-то обойдем. Так. Окей. Ёб твою мать! Показалось, да, тебе показалось, чел. Чел, тебе показалось. А, короче. 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 И чё? И чё? И куда? А, на самом деле сейчас вообще непонятно, чего куда. Куда идти. Смотри, вот этот чувак к нам спиной. Соответственно, когда он к нам спиной... О, да ладно, паучье чутье тоже здесь есть? А, я понял. Нет, не понял. Не понял. Погоди. А, ну теперь понял, да. Твою мать, ты дурак, что ли? Ты чё пугаешь-то? Совсем, что ли, идиот? Фух, прыгнул на машину. Блин, чел, конечно, умирает, а я тут говорю, что он идиот и пугает. О, жесть. Жесть, ребятки. Ладно, смотрим, что получится дальше. Так. Твою мать, ты чё там? Не надо меня палить. Так, окей, давай сюда. Здесь живых нет. Да-да-да, здесь живых нет, уходите. Папа был он там. Стоит в огне и не горит. Ему помочь. Ага. Давай. Уходят? Уходят? Уходите. Мне кажется, эти демоны его захерачили сейчас. Тихо. Нихера. Обалдеть. Похоже, нельзя пока вылезать. Подожди. А чё он не уходит? Уходи.
Уходи! Слышь, пес. Обалдеть, прикинь, он не уходит, он просто застыл на месте и не уходит. И чё? Ну уже. Давай, вот так. Бам-бам-бам. Никого нет. Здесь никого нет. Ложная тревога, да-да-да, все чисто. Все чисто. Так. Ёп. А, сраный стул. Смотрите, в оба, да. Вон там, смотри, там вон ублюдочный. Я найду и тебя. Как бы, если я сейчас туда пойду, этот ублюдочный меня увидит. А, стоп. Мне точно надо вот так вот сделать это. Ну давай. Все-таки Майлз в этой вселенной еще не паук. Или он не в этой вселенной паук? Ну, я думаю, это будет трудно. Сейчас, наверное, хватит паука. Нам пора. Сейчас. Все, уходит. Я же говорил, это этот ублюдок, который в этом в приюте или как-то там вот в этой штуке, который пауку типа помогал, он увидел эти маски и начал разнос устраивать. Я же говорю, он главный. Это было очевидно с самого начала. А вот и папа. 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 А вот папа, он. Нет! Твою мать. Очнись, пап. Очнись. Очнись. Майлз, придется взрослеть быстрее. Да. Это сильно. То есть мой черный друг погиб. Это жаль. Это очень грустно. Это очень печальная сцена. Не знаю, что в этой игре может быть еще печальнее. Это Норман? Нет, это Майлз. Смотри, паук и МДжей здесь. Мои соболезнования. Мы знакомы? Я Питер Паркер. Я был у ратуши, когда... Слушай, понимаю, ты меня не знаешь, но просто хотел сказать... Я знаю, каково тебе. Ты ведь это хотел сказать, да? Или со временем станет полегче? Или, знаешь, таков замысел Божий. Прости, я просто пытался... Пытался помочь. Ну да. Попрощение. Не знаю, что мне делать с ним. Да ничего не делай с ним. Ты ничего не сможешь сделать. По крайней мере, сейчас. Грустненько, грустненько. Так, хорошо. Прости, ладно, Джефф. Это. Я занята. Что такое? Вы уже ищете Мартина Ли? Нет, я уже говорила, нельзя преследовать кого-то по указке Человека-паука. Но он же тот, кто вам нужен. Достань мне доказательства и поговорим. Доказательства? Ну да. Привет, это я. Привет. Что ты хотел? Хотел сказать, что я облажался. И тот парень потерял отца. Слушай, я давно тебя знаю. И знаю, что тебе нужно отдохнуть. А что полиция? Они уже подбираются к ней. Они его даже не ищут. Даже Юрий мне не верит.
Значит, мы должны найти его. Я тут немного поискала. Доберись по этому адресу. Мартин Ли в прошлом году скупил акции Центра переработки отходов. Думаешь, он там и прячется? Возможно. Мы знаем, что он не в пир. Если его нет в Центре переработки отходов, может, и найдешь там какую-нибудь зацепку. Ладно. Ты молодец, Эмжей. Я дам знать, что найду. Да, вот еще что. Я поболтала с одним детективом о допросах арестованных демонов. По их словам, у Мартина Ли есть сила, цитирую, искажать людей. Искажать? Что это значит? Он пробуждает твою темную сторону, заставляет делать то, чего бы ты не стал делать в обычном состоянии. Хм, звучит как-то чересчур. Сказал человек, который бегает по стенам. Хе, класс. Так, смотри, здесь есть какой-то квест с вот этой вот кошкой. Женщина-кошка, да, женщина-кошка. А, возможно, здесь... А, все, вижу, вот оно, да, вот. А, смотри, ну мы все это еще послушали. Камера. Наверное, да, черной кошки. Камера. Да, 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 черной кошки. Ты ревнуешь меня к другому парню? Надеюсь, да. Но ты должен знать, что я не люблю мерзавцев. Мерзавцев не любит. Сама-то мерзавка какая, а? Ворует, крадет. Короче, на самом деле, очень-очень грустная сцена была. Вот это вот смерть. Это убийство было. Это была не смерть. Это не просто была смерть. Это было прямо намеренное убийство того, кто отчасти им помешал. Отчасти. Но только отчасти. Ведь мы еще и Человека-пауком ему помешали. Вот этим вот товарищам. Так, где эта кошка проклятая? Где? Не вижу. Не вижу. Не вижу. Не вижу. Вот прям вот в упор не вижу. Возможно, я уже ее несколько раз пропустил. Но... Нет, не вижу. Не вижу. И здесь ее нет. Смотри, здесь есть только голуби. Голуби мне не нужны. Мне нужна кошечка. Кошечка. Кис-кис-кис-кис-кис. Кис-кис-кис. Нет, кис-кис-кис нету. Не понимаю. Я не понимаю, где эта кошка. Я ее не вижу. Это что мне? И долго мне так сканировать, а? Вообще не вижу. Вот она. Оказывается, Декс. Она вообще на другой стороне. Зачем тебе эта Фелиция? Ты же знаешь, что я поймаю тебя. Да. А, да, мы ее поймаем, но только чуть попозже. Да, ладно. Ладно, хорошо, Питер. Мы твою бывшую любовницу поймаем чуть попозже. Поступило сообщение, что террористы захватили автобус. Всем машинам, выезжайте в Манхэттенвилл. Сегодня день для мрачных мыслей. Ага. Для траура Джеймисон. Попавшим героям, таким как Джефферсон Дэвис. А еще для клятвы. Никогда больше. Хватит с нас. Некоторые говорят, я во всем виню Человека-паука. Но Человека-паука нет, я там не виню не его за эти взрывы. Это трусливый поступок на совести того, кто его совершил. Но если мы хотим безопасного Нью-Йорка, мы обязаны перестать мириться с беззаконием Человека-паука и ему подобных. Это наш город. То есть он вот так вот взял и все переделал на свою эту, на свой лад. Вот ублюдочный. Это что? А, это еще одна кошка. Не, я не буду сейчас кошку еще одну искать, иначе у нас слишком много времени уйдет на поиск внимание, всякой ерунды. Поэтому херачим. Херачим просто вперед. Это оно самое, то самое происшествие. Похоже, демоны устанавливают бомбы. Надо быстрее сообщить об этом полиции, чтобы не случилось новой ратуши. Так, окей. Демоны устанавливают бомбы. Окей. Так. И чё? Хоп! Ха-ха! С первого раза? Нет, не с первого. Нет, нет, нет. Ни за что! Не в мою вот смену! Так. Ладно, давай. Сейчас мы... Ой, ты сука! Да ладно тебе, что ты это напал на меня? Ну ты чё, дурачок? Так, а подожди, они же говорят даже не по-английски, они по какому-то японскому языку, что ли, разговаривают? Это что за японский язык? Оп. Так, упал. Остановить преступление за 3 минуты? Окей, давай. А, сука. Стоп. Все?
Я надеюсь, это все? Хорошо. Теперь за ключом активатора. Успел? А, подожди, мне еще надо ключ. Не ух думаю, ты, мать твою. Которые ведут провода. Так, так. Вот это. Вот так. Я умный, но как бы всегда. Так. Здесь. Сюда ставим прямую. Вот эту штуку разворачиваем. И сюда ставим двоечку и единичку. И, соответственно, раз и два. Неверное напряжение. Значит, здесь нужно поставить пятерочку. Получилось. Все. Остановил я преступление за 3 минуты. Я быстро это все сделал. Достаточно. Найдите остальные бомбы. В смысле? В смысле? Какие остальные бомбы? То есть их еще здесь сколько-то? А, я понял. Ну их хотя бы не надо разгадывать. Потому что если бы их еще надо было разгадывать, это было бы вообще очень-очень неприятненько. Да, Человек-паук! В смысле, благодарим вас за помощь, гражданин. Всегда пожалуйста, офицер. Всегда. Спасибо. Пожалуйста, спасибо, пожалуйста, здравствуйте, до свидания. Так, ладно, летим на задание. Не надо так много отвлекаться, как я это делаю. Но как не отвлекаться, я же добрый сосед, Человек-паук. Ведь так, вы все такими меня считаете? А я могу быть не таким, наверное. Хотя игра не позволяет избивать прохожих. Я думаю, не стоит, конечно, избивать прохожих в роли Человека-паука. Так. Джей была права. Здесь все кишит демонами. Helping Hands. Надо расправиться с парнями, а потом осмотреться. Я думаю, частично можно здесь сделать. Так, забирай его. Изумительный, да? 250 это 250 чего? 250 повешенных? Ой, ё-моё! 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 Иди сюда! Сюда иди! А, все, поздно. Они все меня спалили. И я так понимаю... Хоп! Пошел нахер! Ой! Пошел нахер! Давай, 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 давай! Давай! Блин, за что ты меня так ударил сильно, а? Ой, товарищ! Ой-ти, 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 ой-ти! Ух, ни хрена себе он, конечно, подает. Ни хрена себе! Так, возвращаю. Ты мне хотел это передать? Не, спасибо, мне не понравилось. Мне не нужна такая штука, как ты мне скинул. Меня интересуют другие вещи. Оп. Уйди. Блин. Вот упырь. Вот тупой. Так, давай. Да ладно тебе, чего ты тут своими кулаками машешь? Херня это твои кулаки. Ладно, с ними покончено. Ладно. И тут надо что-то изучить, похоже, да? Так. Вломиться, что ли, надо? Слушай, ну давай через парадный. Технологичный замок. Такие обычно в банках, а не в центрах переработки. Понятно. А, надо смотри, понять, к чему у меня он есть... подключен. У меня есть... А, у меня есть электрическая паутина, которой я могу вот так вот бахнуть. Как раз этот товарищ... А, все. Наверное, можно перегрузить схему. Электропаутина пойдет. Да, электропаутина пойдет. Как раз товарищ, который погиб... Нужно больше напряжения. В смысле больше напряжения? В смысле больше напряжения? А, то есть здесь еще? Вон там. Так, давай сюда теперь. Раз. И вот. Где еще? Похоже, схема еще стабильна. Может, рядом есть еще электрощиток? Да, есть еще электрощиток, который я сейчас бахну. Хоп, все. Попался. Три? Почти три? Все. Еще одного хватит. Еще один. Хорошо, ладно, как скажешь. Уговорил, уболтал. Спрыгни, пожалуйста. Уболтал. Уболтал, паучок. Чувачок-паучок. А, ну вот здесь как раз было 3 этих штуки. 4. Ага. Значит, надо было 4 штуки активировать. Так, глоточек чаю. Спасибо, что телепортировали. Пока ничего подозрительного. Я вижу только мусор. И чё? Хорошо. Здесь тоже как бы ничего подозрительного-то нету. Вот сюда надо. Да? Сюда мне надо.
Вот так. Хоп. Вылезаем. И по-любому здесь будет сейчас что-то интересненькое. Что-то, что заставит посражаться с ними. Нет? Вот черт. Это что? Здесь они планируют свои атаки. Блин, ну, качество, конечно, так себе. Здесь они планируют атаки, окей. Все пути начинаются с одного адреса. Это бомбы. Сплошные высокие технологии. Окей. Окей, я тебя понял. А здесь? Это что? Оружие это из арсенала Фиска. Окей, из арсенала Фиска, представляешь? То есть они все-таки Фиска-то грабят, грабят и грабят. Бомбы на колесах? Еще не хватало. Ага, я понял. Эти мусорные машины забиты бомбами. Фиск, да, Фиск. И все скинут на Фиска. Со стройки Фиска. По-любому. Они хотят скинуть просто это все не на война, Фиска. Банд. Демоны воровали у Фиска, чтобы напасть на мэра Осборна. Да ладно. Нашел Ли? Нет, но ты была права. Ли устроил тут штаб-квартиру демонов. Тут бомбы, оружие. О, боже мой. И похоже, они планируют новую атаку. На сей раз на предвыборный штаб Осборна. Да у ладно. Ли какой-то зуб на Нормана Осборна. Я нашел адрес. Похоже, это место преступления. Да ладно. Если потороплюсь, успею остановить их. Береги себя. Слушай, это уже захватывающе. Даже, знаешь, настолько захватывающе, что я даже... Юрий, это я. Давай быстрее. На меня тут босс кричит. Мартин Ли и демоны планируют новую атаку. На сей раз на предвыборный штаб Осборна. Ты уверен? За прошлую неделю было немало ложных следов. Поверь мне в этот раз. Высылаю адрес центра переработки отходов. Там все доказательства. Поняла. Обалдеть. Я эвакуирую предвыборный штаб. Но если ты наврал, сам будешь искать мне новую работу. Хорошо, будешь женщиной-пауком. Будешь женщина-коп-паук, который всегда смотрит глазами паука. Да, можно именно так. Смотри, что я делаю, что я делаю? Наверное, стоит все-таки... Да, да. Стоит, знаешь, что сделать? Стоит сделать вот так. Ребятки, всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, комментировать, оставлять ваши лайки. И всем спасибо, и всем пока-пока.